Сотни горожан прошли крестным ходом от храма Всех Святых до Иордании на Юганской Оби. Многим верующим пришлось подождать на берегу, так как одновременно на лед могли зайти не более 120 человек с целью соблюдения безопасности. Тем благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Отец Николай осветил воду, после чего первым вошел в крещенскую купель, следом за ним все остальные священнослужители. В обеденное время желающих погрузиться в святую воду было более 200 человек. Даже самые маленькие жители приняли в этом участие, а родители им помогали. Среди православных нефтеюганцев были и те, кто уже не первый год принимает участие в крещенском купании, и те, кто не делал этого ни разу, но всегда приходит за святой водой. Службу постояли, благословение получили, водичку набрали вчера тоже. Праздник божественный. Хочу и в этом году окунуться, чтобы получить божественную благодать на весь будущий год. Каждый год приходим дома, покупаемся. Туда уже не можем старать. Вообще в этот день произошло богоявление больше 2000 лет назад. И я считаю, что в этот день благодать Господня спускается на землю. И посредством вот этих купелей мы к ней как приобщаемся, мы получаем Божью благодать. В целях безопасности в крещенском городке велось видеонаблюдение, подключенное к аппаратно-программному комплексу «Безопасный город». Дежурили МЧС, полиция, включая кинологов, скорая помощь, общественные дружины и те, кто непосредственно занимался подготовкой купелей. Поддержку мы оказали, пропилили прорубь, сделали купели. Сейчас вот искупался, водичка хорошая, благодать ощущаешь, выходишь. Все, кто не успел погрузиться сегодня, могут сделать это в течение ближайших 2 дней, до 21 января. Олеся Белова, Евгений Трефилов, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск».